В Петербурге задержан один из самых знаменитых криминальных авторитетов современности – вор в законе Саша Северный. Опосредованно с ним знакома вся страна. Это именно про него Михаил Круг написал свой «Владимирский Централ». Владимирский Централ, ветер северный, этапом истерии, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. В первой версии хита даже слова были другие. Владимирский Централ, Саша Северный. Но потом шансонье заменил имя на ветер, говорят, по просьбе самого вора. Зачем законник приехал в Петербург, милиционеры не сообщают. Известно лишь, что у него изъяли наркотики. Два шприца с готовым раствором героина. Теперь он, скорее всего, опять отправится за решетку, но ему не привыкать. Северу 59 лет, и 20 из них он провел в заключении. Синий от пальцев до пяток. Весь в росписях, вот, говорит правильным хриплым голосом. Ему нравится фраза Жеглова: вор должен сидеть в тюрьме. Другое дело, что он через запятую добавляет, что если достаточное основание, если вот, как он говорит, мусора все докажут и так далее.